Де ти шлялася цю ніч? Я тебе шукав всю ніч. Дорогі. Дорогой, це село, розумієш? Це село. Бережися Бога, побережися. Та при чому тут Бог? Почему дети на проезжей части, я спрашиваю? Дети в городе, да, нету проезжей части, а это село. Да везде. Еще раз говорю. Вы понимаете, вы все равно. Ага. Короче, друзья, я так подумал, пока я в городе, думаю, запишу видосик. И придумал, что я буду делать. Я планирую людям загадывать загадки. Загадки будут древние, моего возраста. Может, они сроком не имеют. Но в любом случае, попробуем. Привет! Хочу отгадать загадку. Давайте. У вас будет, получается, 4 попытки у каждого ответить. Летит и жужжит. Летит и жужжит. Что это? Пчела. Нет. Самолет. Нет. Вертолет. Нет. Пель. Нет. Летит и жужжит. Нет. Это жужжанчик. Муха. Жужжанчик. А что это? Жужжанчик. А что это? А такого нет. Да есть. Я ж не говорил, что это конкретно какое-то насекомое. Или это, возможно, там транспорт. В этом и подвох. Летит и жужжит, это может быть что угодно. Жужжанчик? Ну, да. Хорошо. Хорошего дня. Взаимно. Попробуем проехать. У парней была попытка. Что поделаешь? Давай по возрасту будем другие загадки загадывать. Как бы летит и жужжит. Возьмем следующую. На фонтан, говорят. Попробуем еще раз. Здрасте. Здравствуйте. Как у вас дела? Так, потихонечку. Все хорошо? Да. Отгадайте загадку. Летит и жужжит. Шмель. Нет. Дрон. Нет. Это жужжанчик. А я думал, вы знаете эту загадку. Она очень старая. Не. Еще шутят, если кто-то знает, говорит жужжанчик, говорит, нет, брат жужжанчика, сестра жужжанчика, и так по всем родственникам можно пробежаться. Да. Дождались тепла, да? Да, оно ненадолго, тут, по-моему, один день тепло, потом на неделю будет холодно, опять там 4-5 градусов вот такое. Да, уже, как обычно, после Пасхи, вот тогда уже тепло, а пока такое. Да, потихонечку. Да, давайте, хорошего дня вам. Такие вот позитивные старички. Вообще класс. А то подъехал бы к таким, чтобы тебе кричали там, и ты что так горцуешь там, туда-сюда. Эти позитивные, вообще класс. Так, я не стал им загадывать такую загадку, скажем так, не особо-то и приличную, скажем так, не хотелось бы так со старшими разговаривать. Но сейчас загадаем кому-то другую загадочку. Отгадай загадку. А? Отгадай загадку. Яку? Висит на стене и плачет. Паук.
Нет. Сопля. А вопрос, что плачет? Шо? А вопрос, что плачет? А если б тебя так кинули? Понял? Привет. Шо вы? Я сам не знаю. Понятно. Гуляете? Да-да. Ясно. Ну гуляйте, и я погуляю, поеду. Спасибо. Да. Спасибо. Хорошо, давай. Здрасте. Куда бежишь? Гулять. Гулять? Отгадай загадку. Что? Отгадай загадку. Давай, да. Висит на стене и воняет. Мухоловка. Нет, часы. Часы. А что, воняет, да? Да. Кукушка сдохла. Ясно. Давай. Давай, пока. Что ты там идешь, дивися так, а? Есть что-то сказать? Не понял. Это что за разговорчики? Успокойся, бо люди не те поймуть. Чого? Як я розійдуся? Де ти шлялася цю ночь? Я тебе шукав всю ночь. Ува. Де ти шлялася? А ну быстро домой. Сідай, давай поїхали. Не позори мене. Щоб знала як. А мені ж як сама мені, знаєш, як сама. А, да. Всі так кажуть. Ага, о. А додай загадку. Тихо-тихо подошел, тихо всунул и пошел. Что это такое? Да, почему? Еще раз. Тихо-тихо подошел, два раза всунул и пошел. Не знаю. Не знаешь, он только что сказал. Тапочки. Воин. А у меня в голове, знаешь? Не, ну да, у всех пошлости всякие. Поэтому да. Отгадайте загадку. До свидания. Что до свидания? Я говорю, отгадайте загадку. Не оближешь, не встанет, не влезет. Хорошо, не оближет, не встанет. Не встанет, не влезет. Все, что там? Правильно. Входит сухим, выходит влажным, дарит тепло и радость. Подумай, подумай. Входит сухим и влажным? Нет, входит сухим, выходит влажным, дарит тепло и радость. Подожди. Ай, бля. Чей камеру включил, да? Да так. Такая тема видеоролика. Я бы сказал, что это хуй. Но нет. Понимаешь, надо подумать. Да. Пакетик чая? Да. О, я сразу о чае подумал. Да, есть такой.
Нормально? Только жопа такая. Ну, есть так. Тебя тоже на заднее встал на первой передаче до 60 и падает. У тебя? Там, сука, не раскручивай так, как надо. Еще карта. Не, я думаю, можно с ножек. Отгадай загадку. Ой, господи. Привет. Отгадай загадку. Туда-сюда обратно, тебе и мне приятно. Я не знаю. Это качели. Она что-то сюда катается. Да, 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 да. Ну ничего, будешь знать. Нет. Девчонки, отгадайте загадку. Нет. Кругом волосы, посреди колбаса. Что это? Предположения даже нет. Нет. Это кукуруза. Вы что, кукурузу не любите? Не знаю. Все ясно. Уже капать начинает, сука. И что мы дальше? Интересно, дождь будет или так? Скорее да? Всего, что-то маловато на Власовке людей. Так и в городе тоже, я ездил, говорю, тоже вот мало. Вот на ларях кто-то есть. Да, ну, да, хер знает. Надо в центре еще постоять чуть-чуть, я думаю. Чего? Говорю, мы ж просили, тут медленно ездить, тут детвора гуляют. Ну мы ж бачим. Ви хорошо, що бачите, але ж не предсказуємо. Ну так ми ж бачимо, ми притормажуємо, коли вони возле дороги, або там попытка побіжати. Це ж не то, що ми без... І пофіз... Ну, треба почати з того, що чого вони на дорозі гуляють, перший питання. А де їм гуляти? Ось тут. Всю жизнь, веселіться. Ні, сам факт, що прияви повинні бути в першу чергу не мені, там, або йому. А чому вони на дорозі? Дорогой, це село, розумієш? І що? Не на мотоциклах гонять. Пожалуйста, туда, на футбольное поле гонять сколько хочешь. Это или дорога. Это дорога. Ну не стесняйся. Это не детская площадка. А указатели есть 30 километров, 40. Это не детская площадка. А ты несешься как сумасшедший. Это не детская площадка. Я еще раз говорю. Вы понимаете, вы все равно не правы. Это не детская площадка. Ну не дай бог что-нибудь случится. Вот тогда. Ты будешь отвечать. Хорошо. Именно я? Именно я? Именно я, даже если кто-то другой? Или что? Нет, именно ты. Нет, просто если кто так мотается, ну сами подумайте своей головой. Ну вы это хотите село. Сказать, что я езжу, кого-то хоть раз сбил или была Ой, попытка? Дай бог, чтобы ничего не сбил. Я всегда езжу адекватно. Я всегда езжу адекватно и я показываю пример. Я не желаю плохого. И я показываю... предупредила, что может быть плохо. Смотрите, я вам говорю, я показываю пример, пишу на видео. Сколько раз я здесь про... Сколько я раз я по здесь покине. Проезжал, и я по говорю, покине, смотрите, я... вот дети. Ой, вот, да. Так, а ну осторожно, мотоцикл, да. Отойди, отойди. Вот. Ты не прав, понимаешь, ну дети. Я понимаю, но за... Он с каждого двора Боже. Может выскочить. Ясно, ясно. Это населенный пункт, тут не гасай, тут просто тихонько еду. Тебе ж не запрещаем мы ездить, ездить. Послушайте, здесь на машине быстрее... Здесь на машине быстрее проезжают, чем еду я на мотоцикле. У меня просто звук выдает. Нет, машины едут медленно. Медленно едут машины. Вы что, серьезно? Я могу здесь вот день... Вот такие может, когда... Я могу здесь время уделить, сесть специально хорошо. И посмотреть, сколько, как хорошо, тут кто проезжает. Ну, вот. Слушай, лучше побережися Бога, побережися. Да при чем тут Бог? С тобой будет. Причем тут Бог? Я адекватно езжу. Нет. Что нет? Ты едешь по селу адекватно. Я езжу адекватно. Да не надо мне тут ничего показывать. И от мотоцикла отойдите. Отойдите от мотоцикла вообще. Алло. Я понимаю. Что? Вы летаете тут. Не понял.
Почему дети на проезжей части, я спрашиваю? Почему дети на проезжей части? Почему? Почему дети на проезжей части? В чем предъява вообще? Да что, город тебе, что? В городе, да, нету проезжей части. А это село. Да везде есть проезжая часть. Уже тебе дорога. Это дорога. Да ты бы не доходит. Вообще. Каменюками. Да это уголовная ответственность, каменюками. Алло. Дамочка, вы слышали, что вы сказали? Вы знаете, что это уголовно наказуемо? Каменюками кидать. Хорошо. Вот это если кто-то в камень полетит, это будете вы. На видео записано. Плохо. Плохо. Нельзя такого делать. Адекватными будьте. Послушайте. Поадекватнее чуть-чуть. Такой скорости. Да я езжу. Боже, он звучит только так. Он так не несется, как вы думаете. Ой, слушай, я что, слепа была, ты туда проехал? Видать, я не успела глазом моргнуть, как тебя уже тут ветром сдуло. Боже, слушайте, началось все с того, что я хотел сказать, что я адекватно езжу, вижу, когда дети, когда люди, я притормаживаю. Конечно. Я вот такая шмакодявка вы. Конечно, конечно. О чем вы говорите? Здесь тормоза предназначены для этого, как раз, чтобы так оттормозиться можно было. Да, да. Боже. Да, да, да. Хорошая авария, вот это не доходы. Ясно. Ну, не доходы, хорошо. Если где хочешь, а по зеленой, чтобы мы тебя не пахнули. Это кто так решил? Я. А? Я. Вы эти что? Не, вы это не решаете. Абсолютно. Не надо так разговаривать. Поуважительнее будьте, пожалуйста. Вас нормально слушают. Ладно. Ясно. Давай, давай. Оце буде контент. Камера пишет? Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. В Явор под навес. Куда? В Явор под навес. Поехали. Я все мечтал, когда же это такие разговоры будут, бля. Это вообще просто, я не знаю. Ой, смешнее. Не, он же трошки отстал, я кто такой. Кстати, для такой херни я видел, знаешь, что понимают, есть лечебная марихуана специально. Возможно, не знаю. Которых эпилепсия, понял, которых телепают, прям он потом покурил, начал нормально разговаривать и начал нормально двигаться. Угу. Бля, у меня курточка уже промокла насквозь. Да, я тоже как-то промок уже. Вообще, надо снимать ее, бля. Бо так хер, что высохнет. Ебать, насквозь, реально, она ж тоненькая, бля. Цепи, смотри. Нормально вроде. Жесть. Ну что, друзья, вот такой вот у нас получился контент. Что вы думаете по этому поводу? Как там? Ну блин, ну реально они не правы. Дети не должны там лазить. Да, мы там, может, немножко навалили. Но я сколько раз в видео показывал, как я притормаживаю. То есть это обычная моя реакция. Потому что ты не знаешь, что ты... Что ожидать от детей, блин? Ты что? Это же такая вещь, что... А эти накинулись там что-то. Камни кидать, блядь. Это уголовная ответственность, блядь. О чем? О чем они вообще говорят, блядь? Короче, ребята, набиваем 1000 лайков. Я запишу еще подобный видеоролик или что-то поинтереснее, как всегда. Ваша поддержка для меня бесценна. Подписка, лайк, комментарий. Дальше больше. Скоро увидимся. Если вы не здесь, то вы нигде.